У паўднёвых раёнах Магілёўскай вобласці пачаліся веснавыя палявыя работы. Бабруйскі раён першым у рэгіёне пачаў узворванне, і на гэты дзень у гаспадарках на Бабруйшчыне узаралі 280 гектараў. Таксама ідзе ўнясенне калійных угнаенняў, вываз арганікі на палі. Сяўба шматгадовых траў, а ў Клічаўскім раёне ў фермерскай гаспадаркі Іосіфавіч прыступілі да закрыцця вільгаці. Настроение неплохое. Немножко вот дожди прошли, почва водой напиталась. Ну, не сказать, что в полной мере, но лучше, чем в прошлом году. Перший трактор фермерской господарки у агрогородку Заполье выехал на поле, каб закрыть вильгать. Тут будет расти традиционная белорусская огородина, и вильгать вельми важная для урожайности. Про минулое сухое лето памятают усе, несколько десятков гектаров морквы. У Заполье довелось заорать, бо она не выросла. Але, конечно, сёлета спадзяюцца на лепшее и рыхтуют технику, якая гэтыми днями выезжая на поли. Полны энтузиазма. Да, будем сейчас сеять. Выращивать. У фермерской господарцы есть еще капуста и морква на продаж. Тут будуют новое сучасное сховище, каб мець магчимость заховывать у доброй якости и выгодно продавать свою продукцию у весь холодный сезон до новых урожаев. Посевные площади Иосифовича 320 гектаров, объемы по 1500 тонн капусты и морквы. И хотя до новой продукции еще далеко, выезд первого трактора на фермерские поля витая и районная споживецкая кооперация. Праца с мясцовыми господарцами и фермерами – приоритет организации. Они на земле не знают, что делать и когда делать, когда выращивать, когда садить, когда… Ну, я думаю, будем с продукцией. А сегодня оперативно на полице крам трапляя продукция иншей фермерской господарки поблизу Кличева – Константа Арт. Тут вырастили и выгодно продают зеленую цибулю. На этом стеллаже у нас подрастает второй урожай лука, который в данное время расходится очень хорошо, и его забирают крупными партиями наше местное кличевское райпо. У фермерские теплицы так само высадили огурки, которые подрастают, а гэтыми днями займутся томатами. И, до речи, обедве фермерские господарки с Кличевщины разом с белорусскими навуковцами освоивают органичное землеробство. Без усялякой химии, каб на столе у белорусов была чистая и корыстная органик-фуд. Илона Иванова, Юрий Власцов, Новин регион.